Окончательно и бесповоротно приветствую вас, друзья! У аппарата Зоди, на аппарате Bring to Light. Запасайтесь булками и готовьте лимонад, друзья. Мы продолжаем решать загадки с кристаллами и светом, чтобы получить еще один третий кристалл, там где статуи жуткие, которые смотрят на нас и поворачиваются. И здесь уже кристаллы красного цвета, а не синего, как в предыдущей серии. Посмотрим, чем они отличаются. Может, что-то другое они дают? Они просто включают что-то необходимое. Посмотрим. Так, записка. Королева. Игнация. Я вижу тебя как королеву этой земли. Ой, вот это имя я прочитать даже не могу. Миктлантек. Кухтли, это что-то ацтекское, походу. Звучит именно как ацтекское имя. Неужели Миктлантекутли взял тебя в качестве своего консорта? Возможно, ты станешь... Неужели ты станешь Миктекакихуатл? А я стану жертвой. Если не я, неужели Элеодора? Тогда уж лучше я. Пожалуйста, только не наша дочь, Бельтран. Ребята, кто знаком с ацтекской мифологией? Может, кто-то знает, объясните мне, что означают вот эти вот имена. Миктлантекутли и Миктекакихуатл. Очень любопытно. То есть он так понял, что, возможно, его жена хочет стать вот этой вот самой, и для этого нужно принести кого-то в жертву. Так, понял, красные, два луча дают, а не один. Вот и отличие, собственно, от синих. А, нет, стоп, подождите, синие вообще лучи не давали, синие только... Открывали двери, а красный он еще и лучи дает. Окей. Так, красный там, красный здесь, а дальше уже идут зеркала. Там у нас обычный синий. Так, тот красный должен передать сюда. Так, вначале нам нужно луч туда пустить, на тот кристалл. Очевидно. Так, этот мы поворачивать не можем. Угу. Так, этот вот так поставим. И теперь вроде красный должен и туда луч пустить, и сюда. Этот пустит луч туда, и плюс еще и туда. Но туда мы уже попозже придем. Будем там все вертеть, как полагается. Так, очередная записка. Не из этой реальности. Вам, ужасным богам, которые судят меня. Дред Камазоц. Штерн Миктлактекутли. Неужели вам недостаточно моего страха, моей жизни? Я страдаю в вашей реальности, так как, очевидно, этого захотели вы. Пожалуйста, верните мою жену, мою дочь. Они — это надежда и свет мои. И они не годятся для этого ужасающего места. Я умоляю вас. Возможно, эти стены подымутся или отъедут?
А, стоп, подожди. А я думал, этот даст сюда луч. Но синий достаточно один раз активировать, и все. Давайте пока что вот на этот направим. Что-то где-то двигается. Да, одна стена отъехала. Как я и подумал. Хорошо. Получится? Ай, черт, нет, так не получится. Обратно задвигается? Нет, синий должен быть постоянно активирован, что ли? По-моему, было не так в прошлой серии. Один раз мы его активировали, он выполнял свою функцию, и все. Хм. Ладно, давайте пойдем тогда туда и посмотрим, что мы здесь можем сделать. Так. Там еще, кстати, сверху кристалл. А, вот есть тот, который вверх можешь направить, понятно. Так. Нужно сюда как-то направить. Тебя мы можем вертеть? Нет, не вариант, нужно... Вот этим будет это сделать. Так, тогда... Вот сюда направить, попытаться как-то. А, мы ж этот не можем вертеть никогда. Угу. Так, тогда... А если просто вот так? А если сделать вот таким вот образом? Так, почти. Ну? Да что ж такое, почти вот. Вот, блин, чуть-чуть бы повыше. В любом случае, как-то придется использовать вот это зеркало. Не может же оно быть просто так. Хм. Если вот это чуть-чуть. Чтобы повыше был луч просто. Так, вроде чуть-чуть повыше стал. Так, а теперь? Да чтоб ты был здоров, ну смотрите, чуть-чуть. Там у нас еще кристалл. Так, от этого идет туда. Угу. Так, а что если... Так. Что-то нам дало, я уже не помню, что там... Было. Ну, если мы этот повернем сейчас, то все обратно закроется. Да. Нет.
Это не вариант. А если так? Это не закрывается? Стоп. В принципе, а вдруг? А, хотя стоп, куда вдруг? Вот это ж. Так. Не, ну, смысл этого? Что у нас тут делает кристалл? Вот это открывает. А вот это у нас поднимает вот этот кристалл, да? Да, здесь уже, конечно, посложнее головоломочки. Черт, нет, так не получится. Думал, может, быстренько. Так, здесь уже определенно придется поломать голову. Проблема в том, что я ж вроде уже был сделал как нужно, а все равно чуть-чуть не добивает. Совсем-совсем чуть-чуть. Ладно, давайте вернем в первоначальное положение. Как было до этого, мне нравится больше. Подумаем, что мы можем сделать здесь. Но здесь все вот активировано. Так. А вот это дает нам свет куда? Ну вот видите, вроде ж. Блин, не достает и все как-то. Просто миллиметраж. Вот чуть-чуть бы его здесь повернуть. Совсем-совсем чуть-чуть. Так. Вот это дает свет сюда. Зачем? А мы можем вот эту? Эту мы тоже не можем повернуть. Тогда в чем ее назначение? Толку, что оно сюда посылает. Может быть, быстренько. Есть! Все. Есть. Здесь просто на время нужно было быстренько повернуть и все. Фух, решили все-таки головоломку. Но, признаюсь, она была непроста. Я думаю, следующие тоже будут непростые. Так, здесь уже кнопка есть какая-то. Сразу же посмотрим, что она делает. Четыре аж кристалла. Здесь их целая куча вообще.
Записку мы возьмем сейчас, пока шепот был не хотел это делать. Пока что давайте посмотрим. Мы туда попасть не можем, да? А как же мы тогда повернем тот луч? Или его не нужно поворачивать, а использовать уже как есть? Хотя, как мы его можем сейчас использовать-то? А, мы сюда пройти... Блин, дурак. Невнимательный я какой. Ну, ничего, бывает. Здесь очевидно, что туда больше некуда. А вот туда мы уже никак не попадаем. Надо тем лучом все-таки сделать так, чтобы этот попал куда-то сюда. Так, это перетащит ту штуковину сюда. Может, на красный, чтобы сюда попало. Не сдаваться. Игнация, скажи лорду мертвых, что я еще не готов. Я споткнулся и упал, но все еще. Я продолжаю поиски его города ради тебя. Вполне может быть, что от увиденного у него просто крыша уже начала ехать. Ну хотя, само собой, у нас бы тоже начала ехать после того, что мы видели. Так, попробуем. Нет. Чуть-чуть было повернуть. Все равно нет. А как же тогда, учитывая, что он туда на красный мы направить не сможем? Или сможем? Нет, не сможем. В принципе-то больше никуда направить-то и не можем, у нас выбора нет. Только лишь туда. Нам как-то туда пробраться нужно, чтобы немножко повернуть то зеркало. Видите, чуть-чуть не хватает буквально. Совсем-совсем-совсем-совсем чуть-чуть. Это по центру поставить? Нет. Это что это сделало такое? А эта кнопка не работает? Или она что-то делает, о чем я пока что не замечаю? О! Вот, вот что нам нужно. Я думал, эти кнопки просто регулируют движение вон той штуковины по потолку. То есть, типа, по центру поставить, в этот край переместить. Нет. Тогда без проблем. Тогда вот, все отлично. Можно даже закрыть теперь. А, уже не закрывается. Ну, тем лучше. Так. Ну, отлично. Ха, пока что все отлично. Ага, вижу.
Вижу, но не понимаю. Как же нам сюда направить-то? Как-то убрать эту стену нужно. Может быть, та средняя кнопка? Для этого и нужна была. А, фух, я могу выйти. Я уже испугался, что не могу теперь выйти. Ну-ка. Черт его знает. Это уже ничего не сделает. Да не закрывайся ты, ты меня пугаешь. Если бы можно было поворачивать, я бы вот этот повернул бы туда. И все. Всего-то делов. Так, здесь я не вижу никаких кнопок. Как же тебя убрать? Ну да, очевидно, что оно должно просто отъехать либо вниз, либо в сторону. Даже видно такая вот платформочка. Вот это я не могу двигать, нет? Ну вот средняя кнопка, она мне реально мулит, потому что я не могу понять ее назначение, она ничего сейчас не делает абсолютно. А там кнопки никакой не было, нет? Может быть, все три нужно было быстро нажать, нет? Так, это реально странно. Ну, тут я сделал определенно все правильно, потому что, к примеру, от того зеркала мы только сюда лишь можем луч пустить, больше некуда. Отсюда только вот сюда, больше реально некуда. Это зеркало мы вращать не можем. Так что все, здесь вариантов больше нет. Здесь все верно. И вроде бы даже по кнопкам. Вот эта кнопка выполняет функцию. Она придвинула сюда платформу с кристаллами. Дальняя кнопка открывает там проход. А вот средняя, она ничего не делает. И это странно. Что? Я могу вернуться обратно? Зачем мне это может понадобиться? Я, конечно, наверное, глупости сейчас делаю, но... Чё бы и нет. Добавим и красный луч. А, ну да. Угу. Хотя, может быть, это что-то и дало...
Кто знает. Мне бы зеркало. Переносное, я имею в виду. Я бы там встал, просто сам направил бы луч куда нужно. И все. Может оно, блин, где-то лежит все-таки, а я тупо вот его не замечаю. Кстати, а даже если этот луч прервать, смотрите, тот все равно продолжает светить. Угу. Подождем, пускай все подключается, там все кристаллы. Нет, это тоже ничего не дает. Офигеть, я в затупе. Фух. Наконец-то мне в голову пришла эта мысль. Это, с одной стороны, забавно и даже весело. Нужно было, наоборот, перекрыть один луч. Просто больше вариантов вообще не было. Что еще попробовать, я уже не знал. Это единственная мысль, которая еще была у меня в голове. Так, а здесь аж внутри здесь кристалл. Так. Вертеть мы можем только сверху одну штуковину, сейчас я так понимаю. Вначале осмотримся, вдруг найдем переносное зеркало. Сразу, чтобы иметь его в виду. Нет, ничего. Так что только сюда, наверх. Может быть, здесь как раз с перекрытиями нужно будет решать загадки. И, как видите, скорее всего, да. Угу. А, вот сюда. Но зачем нам туда сейчас? Если нам нужно вот эти вот, видимо, все. Так. А там темно. Там, наверное, еще три двери есть. Так, ну здесь понятно, что делать. Сюда. Так, я туда не перепрыгну. Эть! О, перепрыгнул. Достанет? Да. Ну вот теперь, по идее, все должно получиться. Да, здесь раз, два, три. Четыре двери было. Ух, а вот и кристалл. Непросто было, непросто, но при этом вполне логично даже. То есть все загадки были очень даже логичные. Мне понравилось.
Я уже вижу там статуи. Само собой. Ждут меня, заразы. Ай! Я их боюсь. Я их жесть как боюсь. Фу. По-моему, их еще больше стало, чем было. Какие они жуткие. Просто жесть. Ну, а, блин, уже повернулись. Нет? Да возьми ж ты кристалл. Во. Туда, наверное, или... Пропустите, дамочки. Я никого не трогаю, и вы меня, пожалуйста, не трогайте. Фух. Как интересно, геймплей поменялся, да? В начале игра была чистым хоррором. Но потом она превратилась в Индиану Джонса с примесью хоррора. Почему все красное такое? Я потерял язык. Любимая. Какие странные пометки я вижу на этих стенах. Шорохи во тьме. Гравировки глубоко в камне. Если бы я мог понять их значение, это пролило бы мне свет на тех других, на другие бедные души здесь внизу, которые выжили в этом страшном месте. Вот, возможно, он про эти пометки и говорил. Поворачивать, поворачивать. Ага, здесь очередная головоломка. Там записка лежит. Ну, пускай пока полежит. Нам нужно туда. Нам нужно мост выдвинуть какой-то или поднять, чтобы пройти дальше. Ну, допустим, вниз, туда, туда, туда. Но здесь их пометок огромнейшее количество. Какие из них нам нужны? Нужно искать, видимо, вот эти символы. Здесь они разные совсем. Нужно найти нужное. Ага, и выставить просто необходимое значение. Ну, знаете что, ребята, давайте мы здесь прервемся. Спасибо вам большое за просмотр. Не забывайте подписываться на канал и ставить пальцы вверх. Как обычно, с вами был Зоди. Удачи, друзья. Встретимся в следующей серии. Пока-пока.